Здравствуйте! Вы на канале GD News, и это новости Geometry Dash, выпуск 26. Сегодня вы узнаете, что происходило в мире Geometry Dash за последний день. Поехали! Крейзен выложил лейаут уровня Васурета, в описании к которому добавил, что надеется, что он найдет декораторов и уровень легко войдет в топ-5, если даже не будет сложнее Зодиака. Авена сделал прогресс на блудбафф 67-100%. Will this be the one? I did it with the Michigan route, 67-100. Oh, nice. There we go. А в это время Владимир Меркулов сделал рекорд на блудбафф 58%. Go! Хорош! Похер, я сдох как лох, но... я прошел крака. Долфи сообщил сообществу YouTube, что установил рекорд 29% на Тартарус. Драндер сообщил, что купил новый монитор. Сэр Гуилистер прошел Insane Demon Killer Zone от The Real Dorami. Хиперфлай сделал рекорд на ретеншн 72%. Габс установил рекорд на Infernal Abyss 97%. Ну что ж, я надеюсь, что несмотря на то, что видео совсем недолгое, оно было информативным. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий.